Здравствуйте. Документ проверим уже имя. А ваш можно документ писать? Шамиль. Очень приятно, Шамиль. У нас операция чистое стекло. У вас много? Нет. То есть тонировка. У вас стекла грязные сейчас? Нет, тонировка. Капитан милиции Мергалдинов Ильгам Ринатович. До какого числа? Не вижу. 8 мая. 2007 года, да? Я с вами не буду разговаривать, вы не сотрудник. А? Я с вами разговаривать не буду, вы не сотрудник милиции. Сейчас объясню. У нас пока идет вот реформирование полиции. По этой связи с этим пока удостоверение не меняет сами. Это не мои прихоти, понимаешь? Вы не сотрудник милиции. У нас же реформирование, слышал, что ли? Нет, не слышал. Я не обязан слышать. По телевизору смотришь с вами? Нет, не смотрю. Я знаю, что у сотрудника милиции должно быть служебное удостоверение, правильно? Ну пока в связи, у нас же вот сейчас переводят, то ли хотят полицию сделать, вот пока в связи с этим, пока удостоверение не меняет, до 1 августа у нас идет аттестация, после аттестации... У меня документы есть с собой на автомобиль, да, как бы на права. Давай у меня проверим есть... Шамиль тоже. Я обязан предъявить только сотрудник милиции по законному требованию, по правильно? По вашему требованию предъявил, Шамиль, будь добр, ты тоже. Ваши документы недействительны. Если у меня будет просрочено водительское удостоверение, вы же со мной разговаривать не будете? Какой отдел кадров? Богдана Хмельницкая, 40, это у нас районный отдел. Почему я должен куда-то ехать? Потому что вопросы ты мне задаешь, чтобы я тебе ответил, там они тебе... У вас удостоверение просроченное. Связи... Вы можешь форму старую одели, стоите подрабатывать. С реформированием полиции, поэтому да. Ну покажите официальный документ. Да, там где говорят, что можно ходить. Вот хорошо, вот у меня тоже есть права. Но они просроченные. Если я буду с просроченными правами ездить, ты меня остановишь, ты мне не скажешь, что у тебя права просроченные, да, штраф будет. Но почему у меня, значит, штраф, а у тебя нет? Ну, у нас как вот бы, может быть, фирма, у меня тоже такая дома лежит, форма. Понятно, ну все, я согласен, но... хорошо, есть у кого-то? Выдан же, вот 8 мая, я же не получал его, выдан 8 мая 2007-го, да? Но... На 5 лет выдается, вот в этом году должны были поменять. А я же не виноват, что вот... Ну и мы не виноваты. Вот хорошо, стоит вот незнакомый нам человек и просит у нас как документы, еще что-то. Почему мы должны давать? Я же не виноват, это же не я. Ну все, видишь, как бы я тоже могу там корочку купить какую-то и сказать, что я там представитель там законов. Да, ну все, вот мы можем ехать. Можно ехать дальше? Почему? До конца разберемся, что ли? Ну давайте до конца разбираться. Ты меня оскорбил, уехал, что ли? Я вас не оскорблял. Я при исполнении служебных обязанностей. Я имею право пока работать. Если у тебя... Думаешь, вот я тебе... Вот так вышел и работаешь, что ли? Надо же до конца разобраться. Вот так но... остановились, типа просрочены. Это не моя дело. Хорошо, но... вы нас задерживаете? Да. Составляйте протокол задержания. Да, документы можно ваши? Нет. Почему? Вы не сотрудник милиции. Почему я не сотрудник? Я обязан предъявить документы только сотрудник милиции по законному требованию, правильно? Так, ладно. Лошадь пошла поперек борозды, получается, да? Не, ну почему? Если, ну... У вас ну, нету, есть нет у вас, но ну, хорошо. Пока наше удостоверение не меняет. Мы об этом пока ничего не знаем. Мы об этом знать ничего не знаем, мы не должны знать ничего. Так, ладно, другой случай. Если вот дорожный вызывает часть меня, да? Я не должен оформлять, что ли, получается? Что, это типа, я не знаю, это дело ваше. У меня вот мы сейчас разговариваем буду вот оформлять дорожный, конкретно да? Данном случае. По-вашему, так получается? Ну, получается так. У вас есть свои... У вас сейчас нету, да. Дорожный попал, да? У вас есть свои, ты мне позвонил, я приехал, и посмотришь, ты удостоверение, скажешь, ты не будешь оформлять, давай пускай меняет ваше удостоверение. Так что... Я ну, правильно, а почему? Потому что в суде даже посмотришь, скажешь, а кто это такой, что за человек? Был когда-то сотрудником милиции, не продлили документы. Это же выдан же в мае 2007-го. Да я не знаю. Хорошо, вот конкретно, вот нам какие претензии сейчас есть? А? У вас вы нам какие-то претензии, что-то хотите от нас? У вас тонировка, понимаешь? И что? Тонировка, это нарушение. У нас операция, я тебе могу бумажку показать. Тонировка? Что такое тонировка? Это правило дорожного движения, даже такого понятия, как тонировка. У тебя нанесение, ограничение обзорности, понимаешь? Я же тебя не просто так остановил. И что? И какой пункт правил мы нарушили? Я тебе вот лишние неприятные обстоятельства не имею. Так мы тоже к вам не ходим. У вас просто как бы просроченное удостоверение. Остановил. Вы нас остановили. Почему причину документы? И ты взял до меня, опустил, что у меня это удостоверение. Да почему опустил, товарищ капитан? Так же не бывает. Хорошо, да, я извиняюсь. Вас как зовут? Ильгам зовут. Ильгам. Как бы, ну, так... Хотя меня не уважаете. Да почему? Почему вас не прошли? Почему вас не уважаем? Я тоже служил, ничего взяли, страшного, да? Взяли, допустили, да, у вас бы этот, получается, удостоверение просроченное, вообще домой ехать, что ли? Ну, оно...
Красавец, красавец. Сказать, что командир, оказывается, я не действующим где-то. Не, ну вы с командиром разговариваете. Его вызывают, что я скажу. Ну мы что сделаем, ну если у вас удостоверение просроченное, мы же не виноваты, правильно? Хамин, как не выруби, земля она круглая, брат. Можем ехать. Меня не уважаешь, вас работ не уважаешь, тоже. Да почему не уважаешь, все уважаем. Тебе один, ты тоже такой же сотрудник будешь, понимаешь? Я тоже такой же человек, как ты. Просто вы взяли до меня, опустили, а погодите, получается, я вот стою, вообще, домой надо ехать, блядь, блядь. Ладно, давай. Давай.